Всем привет! Несколько минут назад из Калужской области поступили печальные новости. СМИ сообщают о трагедии с участием актрисы Анны Большовой. Актриса сбила женщину в Калужской области. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Сообщается, что ДТП произошло еще 14 октября. 46-летняя актриса театра и кино на своей немецкой иномарке стала виновником аварии. Она сбила женщину. Известно, что актриса в момент смертельного происшествия была трезва и за рулем находилась одна. Она сама позвонила в полицию, а потом вызвала скорую помощь. Сообщается, что причиной аварии могло стать то, что актриса не увидела в темноте пешехода и случайно на нее наехала. Цитата. «Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и во всем призналась», — говорит источник. Увы, спасти женщину не удалось. Она умерла на дороге до приезда врачей. Где сейчас Анна, не сообщается. Отметим, что актриса является заслуженной артисткой России. На протяжении многих лет она снимается в кино и играет в театре. А популярность ей принесла роли в рок-опере «Юнона и Авось», где она выступала вместе с Николаем Караченцевым.